Павлодаре наградили чемпионов страны по хоккею. Местный Ертыс второй год подряд забирает все трофеи отечественного первенства. Чествование победителей уходящего хоккейного сезона прошло накануне на главной ледовой арене Павлодара. По традиции, до выхода мастеров прошли показательные мини-матчи между самыми юными игроками, будущим резервом профессиональной павлодарской дружины. Местная малышня, на которой есть с кого брать примеры, на кого равняться, также показывает отличные результаты. В уходящем сезоне была сформирована и первая женская юношеская команда. Напомню, подопечные Юлиуса Пендиса в сухую со счетом 4-0 обыграли кокшетауский «Орлан». Трофей победителям вручили глава Казахстанской федерации хоккея Юрий Зверев и аким региона Канат Бозумбаев.